Установлены вот такие широкие массивные ножи. Отлично копируют рельеф гребня. Довольно массивная рама. Меня зовут Лукьянов Александр. Мы с вами находимся на площадке компании ЛБР в городе Смоленск. Сегодня у нас на обзоре будет итальянский бот-водоудалитель Фарига. Подходит сезон уборки картофеля, а перед уборкой лучше всего срезать ботву. Расскажу преимущества данного ботвоудалителя и зачем вообще нужно срезать ботву. Во-первых, вы уменьшите нагрузку на картофелеуборочные машины и комбайны. Во-вторых, химическое применение удаления ботвы не всегда выгодно, и поэтому лучше использовать ботвоудалители. В-третьих, если вы срезаете ботву косилками, цепями или кир, это тоже не очень удобно, так как они не полностью срезают ботву, и остатки могут травмировать картофелекопалки и уборочные комбайны. Какой еще можно сделать вывод? Если все-таки ботва срезается, то корнеплоды равномерно созревают, кожура у картофеля становится толще. Соответственно, при уборке картофеля копалками и комбайнами вы меньше будете травмировать картофель. Исходя из этого всего, какой вывод можно сделать? Что если все-таки удалить ботву, вы получите высокую урожайность, высокую производительность. Ну и, соответственно, исходя из этого, будет расти ваша прибыль. Данный ботвоудалитель работает по четырем рядам с междурядием 75 сантиметров. Но в линейке Фарига, в линейке ботвоудалителей Фарига также представлены модели, которые работают по двум рядам, и модели, которые работают по междурядию 90 сантиметров. Как работает данный ботвоудалитель? Скашивает ботву, измельчает и остатки укладывает в междурядье. Установлены вот такие широкие массивные ножи, что позволяет создавать вот внутри вот этого корпуса вентиляторный эффект. Соответственно, ботва поднимается и намного идет лучше скашивание ботвы. Также данный ботвоудалитель может работать как и по высокой ботве, так и по ботве молодого картофеля. Почему они здесь разной длины? Они сделаны для того, чтобы копировать рельеф гребня. Внутри рамы также установлены дефлекторы. Вот они, 4 дефлектора, которые предотвращают налипание ботвы. Срезанные остатки перемещают вниз. Плюс они создают дополнительный вентиляторный эффект для ножей. Они будут простоев для того, чтобы очищать ножи. Довольно массивная рама. Фронтальные капоты открываются. Соответственно, удобно будет производить осмотр, очистку и обслуживание ротора. Данного ботвоудалителя мощный редуктор и высокопроизводительная боковая трансмиссия с 4 ремнями и автоматическим натяжителем, который предотвращает постепенное ослабление привода, поэтому простои остановки исключены. На задних опорных колесах есть рукоятки. Они регулируют ботвоудалитель по высоте, то есть для более удобной работы. Давайте вам напомню основные преимущества ботвоудалителя Фарига. Высокоэффективная производительность как по высокой ботве, так и по ботве молодого картофеля. Отлично копируют рельеф гребня. Есть дефлекторы, широкие и массивные ножи, мощный редуктор и высокопроизводительная боковая трансмиссия.
Ссылку на данный ботвоудалитель я оставлю внизу под видео. Там вы сможете найти всю необходимую информацию по цене и прочим другим характеристикам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился данный обзор. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе последних видеообзоров на технику. С вами был Александр Лукьянов. Пока!